451 градус по Фаренгейту, температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Какое-то особое наслаждение видеть, как огонь пожирает вещи, как они чернеют и меняются. И больше всего ему хочется сделать сейчас то, чем он так часто забавлялся в детстве. Гори. У людей теперь нет времени друг для друга. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною. И сказал Бог: да будет свет, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один. Не мы важны, а то, что мы храним в себе.